кстати, в Бедронке вот появился у нас новый ассортимент. Такие оригинальные ботиночки в дырочку. Смотрите, какие интересные. Какие интересные. 180 злотых. Красивые. Тоже оригинальные. Сколько стоит, не написано. Такие красивенькие. Ну, а тебе такие стопудово понравились, да? 30% скидка написано. Даже кожа нарисована. Цена 250 злотых. Сеточка. Ой, они мягкие такие, удобные. Нету денег у нас сейчас на них. Очень-очень хорошие. Это тоже тебе подошло бы. Ну, тебе лучше, да. Мама любит такое все интересное. Необыкновенно. Сколько эти стоят? 279 злотых или 2790 гривен или делим на 4 с лишним, получаем цену в евро. Да, вот зонтики хорошие, с такой деревянной ручкой, качественные, и всего 54 злотых на той галерее Краковской. Супер, ручка такая крепкая, надежная, мне такой нравится. А такие маленькие по 29 злотых, жакеток. Юбки интересные. Кожа нарисована, мягенькие здесь, вот это вот медицинская стелька, видишь, листик нарисован, мягенькая, хорошая. Ботинки зимние, 279 злотых, симпатичные, мягенькие. Оригинальные, смотри, какие. Смотри, какие удобные. Тут змеечка. И такие цвета есть. Классные, вообще супер. Напротив галереи Краковской, на первом. Ой, напротив Бедронки. А вот смотри, какие тоже. Босоножки очень тоже симпатичные. Смотри, какие. Супер. Классная обувь. И сколько они? Я тут что-то не увидела цену. Ну вот рядом 160. А, новая цена 169, старая 360. Уже осенняя обувь. Интересная моделька. 239. А старая цена 299. Мягенькие. Сумка понравилась. Как раз под мамино одеяние было бы хорошо. 239 злотых, да, качественное все, молодцы. Шли из магазина, мама говорит, посмотри, какие бирюзовые сапожки интересные по цвету. Мама не любит черные, да, мам? Не люблю. Красивые. Зенит СЦ, обуви, новые модели, смотрите, какие необычные. Это я вам уже показывала. Появилось много новых моделей лаковых туфель по 139 злотых. Смотрите, какие оригинальные. Вот такие. Такие. Оригинальные, кстати. Вот вроде как они и простые сильно, да? И в то же время они какие, если под курточку такую, вот я не знаю какую, для машины хорошо тоже. Такая модель, посмотрите. Красивая. Фирма. Вот эти вот в дырочку, то, что я говорила. Видишь, как модно, как, какие. Здесь девушки у нас змеечки. Да. Ой, совсем узкие. Для молодой девушки. Красиво. Такие вот ботиночки тоже очень оригинальные. Да, замшевые. Смотри, какие их мягкие. Попробуй, какие мягкие. У меня замшевые были босоножки. Ой, какие они были. Босоножки или туфли? Босоножки. Замшевые босоножки. Да, да. Так, эти стоят 70, 37 очень евро или 159 злотых.
или 1590 гривен. Супер вообще. Ну я в эти прямо влюблена. Ой, замуж смотри, такой мягкий. Какие удобные. Ну это на твой возраст, чтобы без каблучка, да, мам, вообще? Да, очень удобные. Легкие, удобные. Вот такие бабцы. Высокие сапожки. Кстати, осень пошла полностью. Вот сейчас, кому нужна осень, приходите в магазин ЦЦЦ. Хорошие сапоги. Вот сколько такие стоят, интересно. Змейка до верха, что мне очень нравится. Удобно обуваться. 179 всего лишь злотых или 1790 гривен. Или 44 евро. Отличная цена. Длинный сапог. Вообще супер. Такие ботиночки 169 злотых. Цвет обуви. Обожаю вот такой вот бордовый. Он немножко краснее в жизни, в реале, чем на камеру. Красота какая. Сколько мы стоим? 119, по-моему, злотых. Ну, сейчас я еще раз почитаю. Да, 27 евро или 119 злотых цена. Классные. Такие ботиночки. Красивые. 139 злотых или 32 евро. Класс. Вообще супер. Да, мам? Это типа 149 злотых или 34 евро. Такой хороший выбор сейчас. И все размеры есть, потому что еще никто особо не покупает. Только начинает холодать, а уже магазины полностью готовы к осеннему сезону. Вот тоже твой любимый цвет, бабцы. Смотри, какие. Это модель узкая, да, на узкую ножку. 169 злотых, но они такие дубовые эти. Покажи, мы еще не посмотрели. Класс. Это я. Всем привет. Совки 269 злотых. Хорошего качества, кстати, Рибок. Или 2069 гривен. Тут очень большой ассортимент, с полки снизу до верху. Чок, где же стоит 99 злотых, 99 грош, в общем, 100 злотых или 1000 гривен, или 24,99 евро. Красивенький и голубенький. Большие рюкзачки по 69,99 злотых. А тут 149 злотых. Отличные ботиночки, 259 злотых. Частично кожа, наверное. Хорошие, мне такие нравятся, и фирма хорошая. Вот такие молнии. Вот мой любимый цвет. Люблю такой цвет и все. 229 злотых. Смотри, какая красота. Стильные такие. Супер. Мне нравится, да, такой цвет? На вкус и цвет товарищей нет. И вот туфельки какие красивые. По 229 злотых. Супер. Фирменные, видишь? Фирма Ласоки. Смотрите, какие оригинальные кроссовки. Беверли Хиллз Поло Клуб. 249 злотых или 2490 гривен. Или делим на 5, получаем цену в евро. Мама уже на себя смотрит сразу. Нет, у меня есть кроссовки хорошие, кожаные, это купила мне. Да, сейчас просто такая погода, непонятно, что одеть, что обуть. Вот со скидкой 149 злотых или 1490 гривен. Вот такой цвет. Вот такой бежевый. Вот в синем цвете то, что мама любит, да? Вот когда, да. Когда не собираешься покупать, пропусти женщину сзади вам. Тогда это есть. Когда забираешься покупать, ничего не находишь. Посмотри, какие мягенькие. Да. 199 злотых всего лишь. Это не кожа. Но мягенькие. У меня кожаные. Немножко спит. Правда, как-то мне очень нравится. Супер красивые. Хороший магазин, хорошие цены, большой ассортимент. Приходите, кому надо.
с вами еще посмотрим на обувь в другом магазине галереи Краковской. Большой ассортимент сумочек. Вот сумочка сразу какая красивая. 29 евро или 119 злотых, беленькая. Мама говорит, ноги болят, а сама сидит конфету трескает. Посмотрите на нее. Мы все видим. Она нас не видит, а мы ее видим. Ставьте маме лайки. Сидит такая деловая с конфетой. Видела. Смеется мама. Сумок большое множество. Это первый раз вижу такие туфельки. Смотрите, как будто овчиной утепленные. Видите, искусственные, наверное. 84 злоты. Такие вот теплые. Стелька не утепленная, но толстая, на высокой подошве. В них будет тепло всегда. 84 злоты или 840 гривен. На худую и среднюю ножку. Тоже зимние сапожечки продаются. 219 злотых или 59 евро. Это для мамы. Мила бы это. Такая обувь удобная. Видите, классные. Немножко узковатые, наверное. Пока мама конфетки трескает, мы сами тоже посмотрим. Такие сапожечки. 237 злотых. Смотрите, какие теплые. Скользко особенно. Ой, и подошва рельефная, отлично. Танки вообще обалденные для детей. Такие ушами. 34 размер, 15 лет, там 89 слов. Привет! Привет, привет! Супер, какие теплые домашние тапочки и теплющие. 79,99, как раз какая. Я сразу про наших подумала, отключают свет и холодно, как тепло в таких ходить. Они сверху как шерстяные и внутри мхастые. Детская обувь самая разная, чего только нет. Мужская обувь. 419 злотых или 99,99 центов и 99 евро. В общем, 100 евро. 99,99. Найк, кроссовки. Интересные мужские. У меня мужчины смотрят на канале. Покажу немножко мужскую обувь. 44 евро такие или 159 злотых. 219 злотых или 59 евро. Вот оригинальные, бело-черные. Злотых или 69 евро с сеточкой, легенькие. Опять 99 или 449 злотых или 4490 гривен. И красивые пума. Смотрите, какая оригинальная. Сколько стоит? 44 евро или 159 злотых. Белый и черный цвет. Только посмотрите на это. Я, значит, не сплю, не ем, работаю, а ты? А я вот. Угощай зрителей. Папик, угощай всем зрителей. Вам приятный аппетит, а я делюсь с вами. Молодец, пожалуйста. Умничка. Дечки для тебя всего. Видишь, какая заботливая дочь. Спасибо большое. Я знаю. Чтобы не покупать. Ну, такой я была, когда да, маленькая ты я была. Знаю, да, всегда мне все покупала. Да. Никогда не отказывала ни в чем. Я кукол, дочь моя, ноты просила. Да, и сейчас прошу. Играть. Мама, купи мне ноты.
А мама говорит, ты, ну что тебе еще надо снять, да, мам? Типа, да? Ты иди, я еще конфетки поем. А мы вчера не ели, кстати, не покупали ни конфеты, ничего. Мы полуголодные вчера сидели. Даже у меня был выходной, еще один, два выходных мне поставили. Я сидела голодная с мамой. Разгрузочный день сделали. Да, зато сегодня наверстываем за два. Красоты в цветочном магазине продается в этом, но они сюда не пускают, в галерею Краковской, снимать не разрешают. Я издалека вам покажу. В магазин в той же галерее Краковской на первом этаже. Такие курточки. Как они называются? Пишите, да, 59,99. Но она толстая такая. 59,99 злотых. Как фуфайка. Для чего? Для сна, да? Для сна. 109 злотых или 22 евро. Личный ассортимент, разные футболочки, халатик, 35 евро такой. Такие костюмы ночные. Такие вот. 20 евро. Такие комплекты. Сколько такой стоит? 30 евро, пожалуйста. Материал слегка толстенький. Такой халат. Мы раньше искали, как приехали халаты, но так и не купили. За 36 евро. Сейчас знаем, где купить, да, мам? Фламские разные. 36 евро или 170 злотых. Но это тут синтетики много. Полиса чуть-чуть. Вот какой симпатичный. Смотрите, интересный костюм. Красные штаны в клетку и Микки Маус. Смешная бы была. Скажи. Я вижу мужчину. Ему 80 лет у нас там живет. В костюме у нас дочь. В таком, да? Мама. По 69 злотых. Уже не спальные. Комплекты. Да, я увидела. Такая рубашка 30 евро стоит. Такая тоже 30 евро. Вот, смотрите, вышитыми листочками красивыми. Ага. Клетка маме понравилась, 50 евро, приложи к себе, чтобы видно длину было, или 229 злотых. Длинная, как пальто, только без рукав. Ага, и брюки кто-то повесил, чтобы этот комплект смотрелось красиво. А брюки стоят, брюки, 30 евро или 139 злотых. Дорогие брюки. Ну, неплохие, кстати, и размер большой. И вот там, по-моему, джинсы, размер, отойди, пожалуйста, я посмотрю. Потому что я когда искала для себя, я уже докупила брюки. Я не могла найти. Вот, значит, 40 евро или 190 злотых джинсы. Это на меня. Видите, какое красивое платье джинсовое. Как обработано здесь. Да, пуговками. Здесь красиво. И здесь как красиво. Шикарно. Ну, это для худенькой. 40 евро или 189 злотых. А сзади. Красиво. Ткань приятная очень. Очень оригинальная. Да. Красиво. Какое красивое сочетание цветов. Серый, белый и розовый. Сколько стоит? Ой, как бы себя показать. В целом. Не серый идет, и белый идет, и розовый все идут. Под джинсы. Да. Я бы себе такую кофточку хотела. И рукав у него, покажи рукав, оттопырима. Видите, он как небольшой, коротенький. Красивый, очень. Супер. А к себе приложи. Не, мне не идет такой. У меня вообще другой. Да, тебе такой не идет, а мне идет. Красиво. 119 злотых или 26 евро. Дай, отдай. Хочу такую кофточку. Мама увидела красивую кофту. 39 евро или 189 злотых. С таким бантом. И красивая ткань, да? И еще есть посветлее. Вот. А, посветлее идет вот как, с коротким рукавчиком. Подержи, я покажу вам. Под
цвет моего. Да, только облегченный вариант. 29,99 евро. Вот они любят писать 29,99. Уже писали бы 30 евро. А джинсы вот с блестяшками. Джинсы с блестяшками. Сколько такие стоят? А ну, мамочка. Подержи, пожалуйста. Как елочка блестят. 32 размер. Тут разные размеры. 45,99 евро. А вот какая жилетка. Ты спрашивала, в чем ходить. Вот, надевай, пожалуйста. Нет. И иди. Чего? Ты мне купила красиво. Сейчас такой просто период, непонятно, что одеть. Катя такое простенькое на сейчас. 19,99 евро или 80 злотых. Как этот магазин называется, я вам только что показывала. Я хотела пиджак посмотреть. Стоит 40 евро или 189 злотых. Вот. Вот маме было бы хорошо, но сейчас пиджак. У нее нет такого вот на сейчас, да, мам, что одеть кофты шерстяные, они теплые. Но сейчас у меня вот есть. Но чуть, оно плотнее бы, лучше вот такое одевать. Ну, то если бы костюм был костюмом. Ну вот стоит 49,99 или 50 евро пиджак или 229 злотых. И брюки стоят тоже столько же, 40 евро или 189,99 злотых. Ну, это я себе по такой же цене в том году покупала костюм. И вот в таком цвете. Брючки можно отдельно купить и черный цвет, можно комплект сразу. Вот иди сюда, вот потеплее. Сколько такой костюм стоит? Сейчас будем смотреть. Маленькие размеры, но пошито очень как красиво. Мне нравится. Ой, с такими стрелочками. Есть, смотрите. Да. Карманы есть, нет? А карманы сзади я вижу. Карманы сзади. А покажи перед. Как такие. Да, красиво. И пиджак. Ну вот, 39,40 евро. Пиджак красиво стоит. Ой, красивый. Хотела сказать красивый. Пиджак стоит 70 злотых или 70 евро или 309 злотых. Очень красиво. Красиво. Тут нету большого размера, даже если мы были готовы купить, а у нас нет. Я бы не хотела. Ой, какая нитка блестящая. Нет, она шкулится. Он очень эффектно смотрится, но он такой на сейчас. Нет. Когда 20 градусов, а с утра 16-15. Я люблю мягко, как ты мне купила кофточку. Комплекты шарфики и шапки. Как или же купила, или по отдельности можно и вот перчатки тоже. Сколько шапка, к примеру, стоит? Сейчас посмотрим. 36 евро или 169 злотых. Нитка натуральная. Маме понравилось. Ну, а как обычная, но это качественный материал хороший. 59,99 цена, разные цвета. Сколько? Ну да, стал интереснее этот магазин. Раньше был не такой. Так, такая стоит 15,99 евро или 69 злотых или 699 гривен. Резиночка вот такая. Цвета разные. Ой, какая. Это как наше покрывало. Mm-hmm. Ее приятно одевать в холода, вот такую кофточку. Да, очень приятно. 119 злотых вот написано. У меня такой костюмчик. Материал замечательный. Да, кстати, мы его еще не носили. Ни твой, ни мой, целый год пролежал в чемодане. Такая кофточка мягкая. Да. Красиво. Сколько стоит? Кстати, недорого. 20 евро или 90 злотых. Красиво смотрится. Немножко с мамой прогулялись в парке, да, мам? Да. Но сегодня еще более-менее такой теплый день. Вчера был дождь целый день, и мы как медведи, это у меня был выходной, а сегодня второй выходной, сидели в берлоге, не вылазили. Холодно так было, у меня даже ноги замерзли, я одеялом укрывалась, а ты, мам? Я? Да, но Инна у меня всегда занята, это на привлечение, как у берлоги, она всегда занята. Ну, чем-то, да, конечно, комментарии писала зрителям, отвечала своим дорогим.
Хе-хе-хе-хе.